Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец. Сегодня с вами будем делать прикольную самоделку из 12-миллиметрового обрезка USB-ки. Также нам понадобится несколько обрезков фанеры, несколько болтов, шайб, гаек. Все в дальнейшем я расскажу, как и зачем. Для начала нам сейчас нужно будет распилить вот этот обрезок пополам. Пилить буду с помощью своей погружной пилы Краун. Положим шинку и распилим. Поэтому давайте приступать. Поехали! Так, друзья, наша самоделка готова. Осталось ее только собрать. Как видим, все довольно-таки просто. Для этого нам понадобится еще два болта восьмерки и две гайки-барашки. Приступим к сборке. Все, наша приспособа готова, можно опробовать ее в деле. Итак, друзья, для чего нам нужна данная приспособа? Как она работает? Приспособа нужна для того, чтобы выбирать пазы. Смотрите, допустим, есть одна заготовка, да, вот вторая заготовка. Нам нужно ее врезать вот в эту деталь. Как мы это делаем? Нам для этого поможет как раз наша приспособа. Мы, к примеру, знаем, на какой высоте нам нужно врезать данную заготовку. Мы прочерчиваем линию. То есть вот на этом расстоянии нам нужно врезать данную заготовку. Что мы делаем? Нашу приспособу ложим на заготовку. Берем вот эту деталь и зажимаем ее. Плотненько. С одной стороны затягиваем. И со второй. Как видим, деталь
входят плотно. Все, наша приспособа настроена. Что дальше следует сделать? Теперь вот эту кромку нужно совместить с нашей линией. На какую высоту мы будем делать нашу полочку или, допустим, врезку нашей детали. Совместили, теперь можно зажимать струбцинами. Все, берем фрезер и проходим. Сначала в одну сторону, прижимая фрезер вот к этой планке, да? И когда идем обратно, прижимаем уже к противоположной планке. Также на фрезере выставляем глубину, на какую нам нужно углубиться. Ну и в принципе все. Я уже настроил глубину, какую мне надо. Можно приступать. Вот и все, в принципе, готово. Убираем наш струбцин. Убираем пресс-посуду. Все, можно устанавливать. Село довольно-таки туго. Сейчас покажу. Как видим, нигде зазоров нету. Вот с помощью такой приспособы можно делать любые пазы. Рассчитана она на выборку пазов чуть больше 60 мм. То есть можно регулировать. В принципе, я ее большую не делал, потому что буду делать верстак. Как раз под полочки буду делать углубление. В принципе, этого будет достаточно. На этом, в принципе, все. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!